вы знаете, в 2016-17 году Дональдом Трампом было выделено 50 тысяч квот на программу переселения беженцев. Как вы знаете, люди едут в том числе и в Тихуану из Южной Америки для того, чтобы подать и попасть по этим квотам. Они въезжают по статусу, со статусом пароля. И вот в данный момент как раз сзади меня находятся ребята, которые въехали по квотам Трампа уже с паспортом, предварительным паспортом беженца, и ожидают здесь своей очереди. Пропускают примерно 10 человек в течение 5-6 часов. Мы уже здесь третий день наблюдаем вот такую вот очередь. Они здесь спят, здесь разбита палатка. Ночью натягивают тент, включают обогреватели, потому что в Калифорнии холодно в это время года, перед Новым годом. Ребята, когда вы подаете на убежище по статусу asylum на границе, это чуть-чуть другой способ подачи, и наш способ подачи, он несколько отличается от этого, и наши ребята, которые приезжают в Тихуану, они вот здесь вот не сидят, не спят и не ожидают своей очереди. Минут 10 назад мы проводили нашего товарища из Узбекистана, который поехал по статусу asylum с семьей. Вчера у нас 2 человека прошло, позавчера 2 человека. Итак, граница открыта, людей принимают. Единственный был минус у нас, на той границе не приняли. Мы передали девушку сюда, и здесь она провела порядка 6 часов. Вот в этой вот очереди, но уже там, то есть, но она не ждала здесь. Итак, вот так вот работают квоты Дональда Трампа, 50 тысяч человек в этом году. Я так думаю, что народ здесь исключительно из-за того, что год заканчивается, и их привезли сюда, чтобы закрыть квоту. Что будет в следующем году, посмотрим. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции.